Друзья, скоро лето, так что пора выбираться на уличные площадки. Для мощных и плодотворных тренировок вам могут пригодиться резиновые петли, утяжелители, перчатки и пояса с цепью. Все это и многое другое можно найти на сайте workoutshop.ru. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня мы попробуем выполнить челлендж Кирилла Сарычева. Половина своего веса в жиме. Не знаю, я в жиме слабенький. Хотя тут есть плюс, что это все-таки на выносливость упражнение, а не на силу. Поэтому, возможно, я смогу сделать большое количество повторений. Ну, а может и нет. Ну, посмотрим, как будет. Я надеюсь, что все-таки сделаю хотя бы больше 50, потому что это примерно то же самое, как отжимание, скорее всего. Не знаю, я никогда не делал на максимум половину веса. Но сегодня попробуем и посмотрим, какой будет результат. Так, друзья, мы с Коляном весим по 70 килограмм. На штанге сейчас у нас вот здесь 7,5. То есть вот этот блин весит 5, а этот 2,5 там также. И гриф 20-ку. Получается 35 килограмм. Я начну первый, посмотрим, сколько сделаю. I got 'em coming at me all angles. Ever since they heard my music, wanna tangle. I can feel 'em try to grab me by the ankles. I can hear 'em all start to say my name, oh. But it's not about the money or the fame, no. No, it's all about me just doing my thing, yo. 'Cause I'm loving what I do and I won't change, no. I feel blessed I could do this every day, yo. Pop, pop, pop a couple shots and now I'm fucked up in the bathroom. Got 'em going off and now they listen like a classroom. Gotta top 'em off because I told 'em all they have to. Always popping off the whole squad, gotta pass through. Gotta keep your head high through the hate, yo. Gotta make a better life through the pain, yo. Got a chance to do it right, so do your thing, yo. Короче, у меня получилось 60 разиков. Просто в конце трицепсы отказывают. Тут не грудь отказывает, а трицепсы. У меня руки просто в конце отказали совсем. И штанга на меня упала. Еще посмотрим, сколько Колян сделает. I can feel them try to grab me by the ankles. I can hear them all start to say my name, oh. But it's not about the money or the fame, no. No, it's all about me just doing my thing, yo. 'Cause I'm loving what I do and I won't change, no. I feel blessed I could do this every day, yo. Living every day like it's my last day 'cause you have to. Any given day could be your final chance to act. You got only one life, live it right, don't hold back. Do exactly what you like, you gotta fight for your chance. Gotta rest in peace, rest in peace when you pass. You best believe I'll be the last dude to ever leave. Сколько получилось? 48. Ой, хорош, нормально. Короче, я только сейчас почувствовал памп в груди. Ты чувствуешь памп? Да, и все. У меня вот сначала руки просто отказали, а потом вот через секунд 30 памп в груди такой дикий. Ну, крутое упражнение. Иногда стоит делать. Короче, сейчас у меня стандартная подготовка к КМС будет. На брусьях Колян тут тягает вон, на трицепс, железячки всякие. А я сейчас пойду улучшать результаты, не знаю. На самом деле не нужно было делать жим, потому что очень сильно повлияло на то, что, ну, типа, на повторение, сколько я сделаю на брусьях. Но да пофиг, немножко отобьемся от плана своего тренировок и попробуем выложиться все равно на максимум. Колян у нас Геракл. Тебя Халк научил такому упражнению? Именно. Халк его часто делает. You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me. 'Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet on the ground. I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. Короче, от моих 60 повторений осталось только 38, потому что там я убился в хламину. Ну ладно, пофиг. Вот так вот и забиваются мышцы, поэтому если у вас цель увеличить какое-то повторение, либо в подтягиваниях, либо в отжиманиях, то лучше не делать какие-то другие упражнения. Сфокусироваться только на одном нужно. Сейчас, короче, мы сделали 3 отказных подхода на брусьях. И сейчас будем делать с
25-кой, 3 подхода. Это будет дико. Это мы запишем, пожалуй. Это будет жестко. Ребят, короче, 25 килограмм. Это будет очень сурово, отвечаю. На 100%. Попробуем разиков 7 сделать. Давай. Просто машина. Короче, после 3 подходов отказных плюс еще жим, 25-ка кажется, как будто ты 60 делаешь. Тебя просто туда вминают в пол. Просто нереальное ощущение. Сейчас посмотрим, сколько Колян сделает. Ему надо хотя бы 4 сделать. Давай, погнали. Раз. Два. По лицу видно, что сложно. 3. Еще разок. 4. 5. Сделай 5. Хорош. Давай, давай. Попробуй 6, нет? Нормально, все равно. Это тоже очень сложно. 1, 2, 3. 4. А, давай, давай. 4. Последний. 5. Хорош. Еще потащишь? 6. Давай, 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 давай. О, хорош, монстр просто, 6. На 5-м подходе побил свой предыдущий огонь. 2, 3, 4. Машина, машина. Восьмой сделаю. Это было близко. Это было дичь. Это было тяжело. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Давай, давай, хорош. Тоже вниз, да, промяло так дико. 5, хорош, нормально. 3 подхода по 5, это круто. Блин, точняк, у него же там 6 было. Второй подход с весом 6 было. 5-6-5, у меня 7-7-7. Святая семерка. Я знаешь, что в конце тренировки предлагаю сделать? Опять челлендж Сарычева. В конце. Посмотрим, сколько получится. Интересно же. Разиков 20 сделаем, наверное, там, потому что у нас уже трицепс отказывает просто в хламину, блин. 7 подходов, считай, сделали, если считай, жим. Сейчас 8 будет. Burn that shit like a major laser. Earn that shit like major paper. I melt that beat like a fucking getter. But you know I do it fucking better. And you know I make her fucking wetter than Jaws in the water during stormy weather. Than Calvin Harris, the opposing gender. Poor Gore's got your daughter, so you better get her. She on that pole like Diplo. I got a sick hoe, she likes to dip low. Like Dylan Francis, likes to get low. Relax on, hold low, I got a sick flow. I can make any beat just like Skrillex. I swear I can make Justin Bieber feel it. And I can make Kicked Up really wanna steal it. Then I can make Scooter Braun wanna sign a deal with it. Yeah, so I get lit like we Will Sparks. And we come in. 33, короче. У меня, блин, с правой стороны слетать стало, так сложно было, на правую руку такая нагрузка была жесткая. Ну чё, Колян? Oops, not a DJ, but that motherfucker's handsome. About to be derude and turn this beat into a sandstorm. About to switch it up and make this motherfucker transform. Transform, 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 transform.
8? Огонь. Ну вот, друзья, такая тренировка. Убил свои руки в хлам просто. Грудак тоже в хламину. Поэтому спасибо большое за внимание. Поставьте лайк этому видосу, подпишитесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока.